В управлении административной полиции подвели итоги 10-дневного республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». С 25 декабря более 300 полицейских и ЧСников в составе 97 совместных групп проводили рейды и отработки по местам реализации несертифицированных пиротехнических изделий. В результате проинспектированы сотни локаций, проведено более 400 разъяснительных бесед с гражданами. По итогам выявлено 19 административных правонарушений. Изъято 986 пиротехнических изделий. Фактов обращения жителей области в медицинские учреждения, в том числе несовершеннолетних, не допущено.